хотел бы в первую очередь, конечно, поблагодарить Российский футбольный союз за этот турнир. Я считаю, что такие турниры для ветеранов футбола, многих тут даже ветеранами и не назовешь, очень важны. Например, очень приятно там на тренировке хотя бы отдать пас таким мастерам, как Александр Мостовой, Эрик Корчагин, Дмитрий Хлестов. Очень серьезные игры и очень хорошо готовы. Я смотрю, команда из Екатеринбурга, из Самары, конечно же, из Москвы. Очень активная команда Волгограда. Хотел бы, конечно же, поздравить Сергея Николаевича Галицкого с прекрасным стадионом. И, конечно же, с этой уникальной академией, которая есть в России. И я не видел такого, в принципе, даже и в Европе. Считаю, что турнир очень хороший. В каком плане? Во-первых, условия были хорошие, отличные, проживание, поля вот, нам предоставили. Вот. Команды были очень сильные. Я тут многих ребят знаю, еще, так скажем, молодости в сборной юношеской, молодежной играл с ребятами. То есть турнир был сильный, хороший. И, конечно, надо такие турниры проводить почаще, потому что все-таки многие футболисты, которые уже отыграли, да, свою карьеру, скажем, вот, и в честь таких праздников, открытия такого стадиона, надо проводить, конечно, такие турниры. И хотелось бы сказать спасибо Галицкому, Сергею Николаевичу, РФС, спасибо большое за такой турнир.